Больше сотни учеников химкинских школ принимают участие в соревнованиях по спортивному туризму. Состязания устроены таким образом, чтобы новички научились техническим приемам. К участникам ряд требований. Выход на трассу только в головном уборе, перчатках, локти и колени также должны быть закрыты. У первого класса такие этапы, как переправа по бревну, спуск, подъем и параллельные перила. У второго класса дистанция посложнее, они бегут в системах, у них навесная переправа этап, спуск, подъем, маятник и бревно. Всего ребятам нужно пробежать порядка 1,5 километра, а победителем станет тот, кто на дистанцию потратит меньше всего времени. Для более точного определения на пальцах специальные датчики, их запускают на старте. Такие соревнования в Химках проходят уже на протяжении 15 лет. Помимо школьников, участвовать в состязаниях могут и взрослые, правда, вне конкурсной программы.